Уральский 11-классник, возможно, сменит школьную парту на тюремные нары. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасура» его поймали во время совершения закладки синтетических наркотиков. 16-летний подросток был пойман с поличным. При нем обнаружено два свертка, обмотанных изолентой. Содержимое было зеленого цвета и обладало специфическим запахом. Да настолько специфическим, что теперь полиция ведет досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. Это незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств. Так как уголовная ответственность в Казахстане наступает с 16-летнего возраста, то в случае, если вина задержанного школьника будет доказана, то последний звонок до него наступит не по окончанию школы, а по окончанию срока заключения.